Не сказать, что я мастер толкать речи, но момент вроде как обязывает. Не всякий сумеет вылететь из Ми-5 и попасть ко мне. Но вам удалось. В Слаухаус ссылают только лошар. И признаюсь честно, работа с вами – самое дно моей угасшей карьеры. Вот так. Поищешь-то что? Ошметки многообещающей карьеры. Слаухаус – типа тюрьмы. Не принято спрашивать, кто тут за что. Я хочу быть полезным. Так скучно, что хоть вой. Скучище. Вы ведь знаете, сколько людей вернулось из Слаухауса сюда наверх, в Риджерс Парк? Вводить вас в курс дела все равно, что учить собаку норвежскому. Нисколько. Давайте сюда, заложник. И держит его здесь. Хоть что-то да происходит. Только ты-то тут при чем? Что бы ни происходило, это дело настоящих агентов. Что с нас взять? Изгои, хромые клячи. Есть зацепка. Надо бы проверить. Ты мне поможешь? Вот уж нет, я пас. Нравится тебе или нет, Слау уже втянут. Ты, мать, не заигралась? Я не хотел убивать. Понятное дело, если бы хотел, он бы дышал. Ты сделала их мишенью. Все летит под откос. Я отвечаю за персонал твоего и других отделений. Она заметает следы. А когда заметаешь, что-нибудь да вылезет. Правда, они тебе дороги. Не, жалкая компашка лузеров. Но моих лузеров.